And lastly, Guillermo Rigondeaux. He was talking a lot of trash, but then he says you guys talked on the phone. And so does that mean this fight will happen? That you and Rigondeaux will happen? Тот же самый вопрос, в общем, что... Я сделаю все возможное, что в моих силах, все, что зависит от меня для организации этого боя. Я этого боя тоже очень хочу, потому как я очень сильно не люблю, когда меня обижают, когда меня обзывают, когда делают со мной какие-то смешные и обидные картинки. Меня это очень сильно злит, меня это очень сильно задевает. И я хочу, чтобы тот человек, который это все выкладывает, он ответил. А это у нас Гильермо Ригондо. Если он решится выйти в ринг и захочет отбоксировать, помериться силами, я просто его съем. I would love to make that fight happen. I'll do anything to make that fight happen. What's on me, I'll do anything. I don't like when people post funny pictures or talk shit on social media. For what they have done, they need to pay. And if Ригондо ready to step up and fight me in the ring, believe me, I will eat him alive. And this is my last one. If you did fight Rigondeaux, do you think he'll be a headache in there? Obviously, you think you'll beat him, but is he the kind of guy who's a nightmare in there, give you a really tough fight? Такой боец, как Ригондо, я понимаю, что ты уверен, что его выиграешь, но он тебе даст сложный бой, как бы это будет тяжело с ним очень боксировать. Послушайте, я действительно его считаю очень сильным боксером, я действительно его уважаю, он двукратный олимпийский чемпион, он мастер, он действительно грамотный боксер, но он боксер намного ниже весовой категории, чем я. Он боксирует в 122, я уже боксирую в 130. И тут вдруг он решил перепрыгнуть через две весовые и отбоксировать со мной. Но это равносильно тому, что я сейчас выйду боксировать в 140, 147 с боксерами. Ну что со мной случится? Они просто меня переедут. Просто за счет антропометрии. То же самое произойдет с Ригондо, когда он поднимется выше. First of all, I don't take anything away from Ригондо. He's a great fighter. He has great skills. He's a two-time Olympic champion. But all of a sudden, he wants to move from 122 to 130, mm-hmm. which is two weight classes above what he fights in right now. Just imagine if I will go right now from my weight class to 140 or 147. What's going to happen to me? They're going to walk over me just because those are bigger guys. So what do you think happened to Ригондо if he moves up from 122 to 130? Thank you, Vasil. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you.